почти та же самая шарлотка, только вместо яблочек или груш будет у нас морковка. Вот, уже мы обваляли. Да, маслица, потом сухарики и кунжутное семя, обжаренное слегка. Поставили закуски по пятерке. Средний балл 4,3. Последний образец. Мы раньше готовили пирог морковный. Смешивали тесто с морковью, аккуратно смешивали, взбивать нельзя, потому что пирог оседает совсем, получается как блин. Он вкусный, но не очень-то красиво. Они действительно качественные, приятные чипсы. Вот. И также на 40 минут, на 180 градусов. Только я не в духовке, духовка она слишком здоровая, пока я прогреюсь, пока она остынет. Я в аэрогриле выпекаю. Духовка для чего-то более крупного. Вот такой вышел морковный пирожок. 3 яичка, неполный стакан муки, неполный стакан сахара. Вот. 1 пакетик разрыхлителя. Да, и 2 больших моркови. Вот так вот. А, ну, 1/4 чайной ложки соли. Может, чуть побольше. И цедры апельсиновые для аромата. Потому что не всем нравится морковный привкус. Ну, так, цедра очень даже делает. Вот, блин, он хорош. Он хорош. Нет.